Итак, хай, с вами Алекса Култэм, и сегодня мы будем снимать про наши философы. И еще Best Boy. Так, итак, сегодня мы будем снимать небольшое видео нашей собачки. Его зовут Антоша. Сейчас мы сначала расскажем о его месте. Не переключайтесь. В общем-то, это его половичок, на котором он у нас сидит, живет и питается. Вот моя щепочка. Значит, у него здесь есть вот такая вот веревочка, с которой он играется. Вот, у него есть вот такая шапочка. И вот такая сарделька. Также вот из еды у него есть вот такая сарделька, которую он уже почти съел, это наподобие косточки. Так, потом у него есть вот такая вот игрушка. Собачка? Собачка, она не пищит, ну просто такая игрушка. Yeah. Вот, держи. Потом у него есть еще мячик-пищалка, два их. Один желтый такой, и он еще горит. Вот так. И второй? Розовый. Вот. Также у него есть еще вот такая рация. Смотрите. Вот. Пластмассовая. А сам половичок, на котором он у нас лежит косточку. Спит. И лежит, и сидит, и что угодно делает. Это обычная, обычный ненужный плед. У нас их тут два. Вот такой вот один. И второй я не буду показывать, не хочу разворачивать. Ну, он довольно-таки большой, и собака на нее умещается очень хорошо. И вот ее собачка. Он у нас стоит вот в таком углу. Вот его комнатка такая. Стоит в этом углу. Вот, в котором у нас вот, ну, просто ненужный угол, просто пустой угол. Пустует у нас здесь стоит небольшие полки, на них книги, всякие тут корзины, не буду показывать, коробки тут, ну и в общем, хорошо уместился, у него много игрушек. И самые любимые его игрушки, это, конечно, мячики, потому что когда он кидаешь, когда их кидаешь, он их приносит. Вот, плюсик. Это пудель. Наверное, королевский, ну, ой, не королевский, а... Королевский вот! Не королевский, а вот этот, карликовый, но... Хотя в объявлении, с которого мы покупали его, было написано, что это той пудель. Ну, и поэтому мы как бы не знаем, кто это той или карликовый. Вот, ну, он довольно-таки похож на карликового, потому что довольно-таки большой. Вот, мы его купили вчера вечером. И уже, его вчера выгуляли. Сейчас мы покажем все предметы, относящиеся нашему монтажу. Вот такой поводок у нас есть. Он 5-метровый. Вот. Вот так цепляется. Есть такая цепляечка. Цепочка. В общем, он красный. С фиксатором. Вот, то есть вытяни клим. На, нет, за нитку держи. За веревку. Он вытягивается и потом фиксируется. Вот так. Очень удобно. О, вот у нас песик. Также у нашего песика есть вот... Нет, не бойся, не бойся. У него есть ошейник. Очень красивый, сейчас покажу. Вот такой вот ошейник. Золотой. Потом у него есть чашки для воды и для еды. Ему 4 месяца у нас. Вот. Этот цвет называется красным, хотя он больше смахивает на рыжий. Вот. Вот такая вот у нас собачка. Хорошенькая. Песик. Антошка, Антошка, пойдем-ка под картошку. Итак, наше видео подошло к концу. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал внизу и ставьте лайк за вот этого вот песика. Вот. Пишите комментарии, конечно же, будем снимать для вас видео. Итак, всем пока-пока! Пока!